Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Клан Сибирских Цветочниц. У нас канал не кулинарный, но каждые выходные на канале простые, быстрые, очень вкусные, проверенные временем кулинарные рецепты. Не так давно меня попросили показать, как сделать правильную вкусную солянку. Вот сейчас я вам расскажу немножко секретов. Те, кто не любят видео долгие смотреть, пожалуйста, прочитайте просто рецепт. Вот, в описании. Я постараюсь уложиться очень-очень-очень коротко и расскажу всего 5 пунктов, 5 секретов вещей, на которые нужно обратить внимание. Во-первых, первое – это бульон. То есть солянку никогда не нужно варить на воде. На воде это будет суп с колбасой. Вот, а это совершенно другой суп. Нам нужен бульон. Бульон нужен крепкий, но не жирный. Идеально подходит для такого бульона куриные кости. Ну, я не в смысле покупайте кости и варите, да? Я не знаю, что это отсвечивает у меня там на поверхности, но он не жирный. Вот, просто купите тушку курицы, разделайте и мякоть отдельно пожарьте, не знаю, потушите. А кости, которые остались, вот из них бульон сварите, это будет оптимально для солянки, потому что суп, в принципе, довольно жирный. По пропорции, почему туда добавляются огурцы? Потому, чтобы вот погасить немножко, убрать вот эту жирность излишнюю, чтобы легче было организму усвоить вот эту солянку. Но, тем не менее, это очень вкусный суп. Поэтому сначала сварите бульон. Второе. То, что важно сделать, что нам нужно для солянки, это кислота, правильная кислота. Берем соленые огурцы. Вот, знаете, неважно, они бочковые или они по-другому, там, рецепту посоленные. Самое главное, их нарезать очень-очень мелким кубиком и протушить на сковородке. Протушить вместе с чем-то еще тоже кислым, например, томатами. Протушить до как бы довольно густого состояния. Я сейчас все покажу. Если вы любите, тушите вместе с луком. Если хотите, добавьте морковку. Если нету свежих томатов, добавляйте томатную пасту. У меня в качестве томатной кислинки у меня будет моя любимая замороженная заготовка из томатов с чесноком и зеленью. Кому интересно, зайдите в плейлист заготовки, посмотрите. Это реально заготовка, которая идет везде, и она очень-очень вкусная. Итак, мелко режем. И обратите внимание, огурцы почищены от кожицы. Вот не поленитесь, почистите. Потому что какая бы она ни была нежная, она нежная только у салатных огурцов. Те, которые мы заготавливаем на зиму, у них она не такая уж и нежная, поэтому ее надо снимать. В супе вы почувствуете эту кожицу, если не снимете. И я оставила примерно полстакана рассола. Сейчас он мне не нужен, но чуть позже, может быть, я буду доводить вкус солянки именно этим рассолом. Он у меня мутный не потому, что он какой-то проквашенный, а потому что здесь добавлена горчица и выделяется молочная кислота при солении огурцов. Хочу сказать, что огурец можно натереть на крупной терке, вот как у меня сейчас. Огурец тушится на небольшом огне вместе с томатной заготовкой. Заготовка еще не растаяла, поэтому лежит пока кусочком. Можно применить немножко растительного масла, но я этого делать не стала. Для чего нужно тушение огурца отдельно? Для того, чтобы в супе он не хрустел на зубах, чтобы он был тоже приготовленным. Можно его, конечно, варить, но вкуснее будет, если вы протушите его отдельно вместе с помидорами. А теперь переходим к очень важной части, вот прям самой важной части в нашей солянке. Это мясные изделия и копчености. Первое, что я хочу сказать, вот прям самое-самое главное. Пожалуйста, не надо собирать огрызочки из морозильника. Пожалуйста, не надо специально замораживать какие-то остатки из расчета того, что вы сделаете потом вкусную солянку. Вы ее сделаете, она не будет вкусной. В этом весь и смысл. Растительные жиры при хранении, неважно, пусть это в холодильнике, в морозилке, как угодно, они окисляются, и вкус меняется, и запах меняется. А в супе при нагревании это проявляется еще больше. Вот эти вот окисленные жиры, такие старые, как бы, они испортят вам все, что возможно. Поэтому, если у вас был какой-то банкет, какие-то гости, остался какой-то там кусочек колбасы, вот как у меня, он абсолютно свежий, он не был замороженный, вот, его можно использовать. Точно так же и вот этот вот кусочек, его можно использовать. Этот я купила уже свежий, сегодня только что распаковала. Тут важно что?
Во-первых, подбирайте... Вот у меня здесь не очень удачный подбор, ну, скажем так, не идеальный подбор компонентов, потому что мне хотелось бы здесь видеть еще, например, куриная карпаччо, то есть копченую куриную грудку, вот сырокопченую, сыровяленую, которая даст более насыщенный вкус. Вот. И я просто не нашла ее сегодня в магазине, поэтому я купила вот такое мясо. Старайтесь покупать компоненты нежирные. Пусть лучше это будет говядина, либо постная такая, совсем постная свинина, нежели это будет какая-то грудинка, например, с салом. Не-не-не-не, нам этого не надо, мы будем варить суп вкусный, но вот не перебор, чтобы прям совсем был жирный. Дальше. Если есть охотничьи колбаски, их, кстати, тоже очень хорошо добавить. Я тоже их сегодня не нашла. Либо колбасу такую, как бы вот с приправами, специями, с чем-то таким, даст очень характерный, хороший вкус. И теперь очень-очень важно. Вот это все нужно тщательно убрать, даже малейший жирок. Вот, особенно убрать, зачистить вот эти вот штучки всякие, которые тут по бокам. Убрать обязательно вот эти все корочки, все это убрать нужно, срезать, колбаску почистить. Вот, и порезать очень мелко, очень-очень мелко, это тоже важно. Вот если напластать крупно, то вкус солянки не будет таким насыщенным. Опять же, если нарезать мелко, то будет очень-очень вкусный, такой равномерный по консистенции суп. И еще один нюанс. Пожалуйста, не используйте сосиски. Вот это прямо раньше использовали сосиски. В классическом рецепте, кстати, даже есть почки. Не используйте сосиски, не надо. Это будет суп с колбасой, на самом деле, если это будут сосиски. На крайний случай, вот на совсем на крайний случай, можно использовать, но не делайте основу солянки из сосисок. Закончили с нарезкой. Уверяю вас, это самая кропотливая часть. Но очень-очень мелко все нарезано. И собираем солянку. Бульон должен сейчас вскипеть. Потом мы в бульон положим наши огурцы и нарезку мясную. Можно сейчас на этом этапе добавить лавровый лист, если вы его любите. Можно перчик горошком тоже добавить. Что я хочу сказать по поводу супа, собственно, значит. Вот четвертый момент, который нужно обязательно учесть, это его густота. Вот сейчас я буду собирать, я знаю, что для меня будет достаточно вот этого количества мясной нарезки, чтобы сделать суп густой. Все-таки солянка должна быть густым супом. Если вы понимаете, что у вас недостаточно мясных изделий, вы можете сварить вот в этом бульоне, сможете сварить картошку или сможете добавить немножко капусты. Ничего страшного не произойдет. То есть солянка не будет хуже на вкус. Может быть, не столько насыщенная, но зато будет густая и хватит ее всем. Единственное, что и картошку нужно нарезать также мелким-мелким кубиком, и капусту нужно нарезать очень-очень тонко, чтобы все было одинаковой консистенции. Вот сейчас солянку я уже положила за жарку, тушеные огурцы с помидорами, и положила нарезку. Вот сейчас очень важно то, что его нельзя переварить. Потому что если мы будем варить долго-долго, у нас мясная нарезка превратится в такую, ну, бесформенную такую тряпочку. Поэтому сейчас доводим до кипения и суп пробуем. В зависимости от того, насколько соленые колбасные изделия и огурцы, в зависимости от этого решаем, нужно добавить соль или нет. Если недостаточно кислоты, добавляем тот самый рассольчик, который мы отставляли в сторону. Но рассол, вот в ресторанах рассол кипятят вообще-то, чтобы он стал прозрачным. Он нам добавит кислоты. Можно добавить немножко жидкости из-под оливок. Можно добавить чуть-чуть сахара, если солянка слишком кислая. То есть вот этот момент доведения до вкуса, он тоже очень-очень будет важен. То есть закипело, попробовали. Если нужно что-то добавить, добавили. Если нет, то суп уже выключаем. И сейчас я скажу о пятой, последней, важной тонкости, которую мы должны сделать. А вы мне в комментариях пока напишите, ну, во-первых, свой рецепт солянки, что вы добавляете, потому что, ну, я же не претендую на идеальность. Я говорю о том, как готовлю ее я, чтобы все-все были довольны. Она действительно получается очень вкусная, очень насыщенная и нежирная.
А во-вторых, я вспомнила, я иногда делаю солянку по-грузински. И это вообще не такой рецепт. Это вообще не вот эта солянка, которая суп, и не солянка, которая с капустой тушеной. Это вообще другой рецепт. Напишите мне, пожалуйста, нужно или нет вам такой рецепт показать. А пятый нюанс, пятый секрет и пятая тонкость – это то, что в тарелке тоже нужно доводить до вкуса солянку. Обязательно нужно положить тонкий-тонкий ломтик лимона, чтобы можно было ложкой раздавить и добавить чуть-чуть кислоты. А кислота от лимона, она не такая, как огурца или помидора, поэтому это будет очень даже кстати, но без косточек. Нужно положить несколько оливок, потому что они тоже прогреются в бульоне, и они дадут прямо такой хороший свой вкус, отдадут бульону. Можно с косточками, можно без косточек. Мне сегодня просто попалось без косточек. И обязательно немножко зелени для красоты, для запаха. Ну, я надеюсь, вам понравилось. Ставьте пальчики вверх или пальчики вниз. Подписывайтесь на наш канал. С вами была сегодня Анжелика. Пока-пока.